Создадим геоноду. Назовем ее Tiles. Создадим непосредственно наш тайл боксом с размерами 0.1, 0.5. Затем для удобства покрасим другую сторону бокса в красный. Другая это у нас будет 5 с этой стороны. Впишем ее в группу. И немножко подмоделим детали полиэкструдом. На 4-5 примитиве 4.5 0.25 экструд и немножко инсета. Чуть больше. Красота. Угу. Немножко добавим, сгладим и серебро, потому что нам нужно будет преломление и отражение, и все это гораздо лучше выглядит, когда геометрия красивая, а не острая. Polybevel. Polybevel на все. В режиме Crease Point 2 и Subdivide. Если включить Smooth Shaded, то видно, что появились фасочки. Это всегда хорошо. Назовем это Out Tiles. Эти тайлы мы будем вращать. А теперь нам нужно создать точки, вокруг которых мы будем вращать. Создаем грид. Нам нужна плоскость YZ, размер 10.5, высота 2.5. Полигоны нам не нужны, нужны только точки. Точек нам нужно 128 на 128. Памс. Создадим copy to points. Надо еще поставить backend instance на copy to points. То у нас все будет очень медленно. И если активировать, посмотреть, что у нас, то они все гигантские, пересекаются, нужно поменять масштаб. Масштаб, сдаем с P-Scale и просто вписываем сюда. Channel Scale и на глаз выставляем какое-то значение. Оп. Ну, может быть, чуть побольше. 75. Да. Вот так. Одна сторона белая, другая красная. Хорошо. Дальше нам нужно сделать сам атрибут, которым мы будем драйвить все эти провороты. Я делаю через атрибут трансфер. А нам нужен грид. Большой. Опять же YZ. Немножко повернутый. То есть сейчас сделаем трансформ-ноду, которой мы будем двигать этот грид, за счет чего у нас будет анимироваться вся система. Пока примерно накидаем, что у нас, скажем, в первом кадре. Начинается отсюда, а на 96-м у нас плоскость уже тут. Теперь нам нужно создать атрибут, который мы будем как раз переносить. Атрибут create. Назовем его rotor. Default 0, value 0. А здесь rotor будет value 1. В атрибут трансфере укажем, какой атрибут мы хотим переносить.
И с Ctrl нажмем на центральную кнопку мышки, потом на ротор. И вот он у нас появился. Теперь можем его наблюдать. Сейчас гигантское значение у нас трансферов. Вот на что-то едет. Точек очень мало на гриде, поэтому получаются такие сферки. Надо просто увеличить плотность сетки на этом гриде. Сделать его больше, 55. И сделать фолов. То есть в нашем случае blend width увеличить. Примерно так. А сейчас очень линейные значения. Это будет скучно выглядеть, поэтому можно добавить нойза. Нойз можно добавить прямо здесь. Добавить mountain. Убрать нойз по иксу. Занозить точки. И после того, как мы перенесли атрибут, вернуть этот атрибут на точки, которые еще без нойза. Атрибут копи. С помощью атрибут копи. Берем наши точки. Берем наш атрибут router. И возвращаемся в атрибут трансфера на наши точки. Красота. Итак, у нас есть какой-то атрибут, который растет. Теперь нужно создать ориент. Ориент. Это больно. Ориент. Ориент равен qmultiply. Вращаем наш ориент. Ориент. Господи. Ориент. Вращаем кватернион. Кватернион. Ротор. Кутернион радианы. И надо умножить на 180. Скобочку не забыть. Итак, проверяем, что у нас получилось. В общем, ориент — это невозможно понять, можно только запомнить. Это четырехмерный вектор, который отвечает за вращение. Просто запомните. Qmultiply вращает ориент. Что мы вращаем? Чем мы вращаем? Относительно какой оси? То есть, если мы здесь напишем Y, они будут вращаться немножко иначе. Вот они будут вращаться по Y. Вокруг Y. Тоже весело. Хотите так. Но мне нужен Z. В чем красота? Мы теперь можем использовать бенд какой-нибудь, она все равно будет работать. Бенд, конечно, не будет работать. И нажимаю на B. Минус 90. Вот так вот. Теперь у нас такая получилась арка, вокруг которой
происходит действие. Хорош, кусок. Можем создать камеру. Пумс. Теперь у нас есть камера. Можно под эту камеру создать анимацию. Вернее, не анимацию, а подвинуть трансформ наш. 96 кадров. Итак, во-первых, она линейная должна быть. Ну, не должна быть. Пускай будет. И тут уже очень далеко все уходит. Такого достаточно. Хорошо. Сделаем ноль. Out. Сделаем ноду, которую мы будем рендерить. Tiles. Покрасим все в соответствующие цвета, чтобы потом было удобнее разбираться в сцене. Не забудем сделать Object Merge, конечно. Я бы поставил свет, порендерил, а потом добавил патиклов, скорее трейлов. Хочу еще один грид. Это будет наш что-то вроде бэкграунда, отражающего свет. Нужно поменьше сделать немножко. Слайд. И реслайд будет светить на эту стену. Не очень сильно. Так, посмотрим, что у нас получилось. Out. Redshift. Выбираем камеру. Здесь ничего не надо трогать. Render View. Гигантский. Ладно. И мат контекст RS Material Builder. Создаем еще второй сразу. Первый у нас будет Tiles. Второй будет Trails. Главное не перепутать. А, и бэкграунд еще нужен. Бэкграунд это 0.8, наверное. И ничего не отражающий материал. Trails. Потом. Tiles сейчас. Это будет Tiles. Надо их назначить эти материалы. Итак, tiles у нас. Tiles. Background это. Background. А trails пока нету. Итак, посмотрим, что это вообще такое. Очень тупит, потому что мы не поставили одну галочку. Так, чтобы он не тупил, надо поставить Instancing, Instance Houdini Compatible Objects и Instance Sub Level Packed Primitives.
А то он все это перегоняет в геометрию, и ему тяжело. Понька сразу начала рендерить. Итак, какой-то блик, что-то происходит. Надо, конечно, поменьше сделать, иначе невозможно будет работать. Итак, tiles. Tiles очень темные. Сделать их посветлее. Они не глянцевые абсолютно. Может быть, чуть-чуть не глянцевые. И не металлические. Отражаются. Забавно. Подведем бэкграунд немножко. Подкрасим. Странновато все равно. Ой. Сделаем круглым. Особо ничего не поменялось. И чуть направление. О! Вот так лучше гораздо. Вот так мне нравится. Итак, у нас происходит... А, нужно еще знать, что включить. Включить апдейт геометрии. Тогда мы будем вращать таймлайн, и геометрия будет анимироваться в вьюпорте. Разве это не прекрасно? О, красота. Так, полезли в шейдер. Итак, tiles. Нам нужен blend. Blender. Основной материал у нас tiles. Вторичные материалы. Стекло. И светящееся стекло. Emission glass. Буду делать через standard material, потому что я хочу сделать именно, чтобы стекло светилось. Так проще мне было. Подключаем сюда. И третий материал. Просто стекло. Когда уже все провернулись. Закидываем атрибут. Ротор. Закидываем его в blend color. Ничего не происходит, потому что материал одинаковый. Emission 5. И вот он начинает светиться. Теперь нужно поджать это все по рампе. Redshift Ramp Scalar. Грубо говоря, фронт волны идет, и этот фронт яркий. Теперь мы делаем какой-нибудь не такой термоядерный белый. Добавляем цвет. Здесь вот Emission Color Promote. И этот Emission Color мы делаем тоже по рампе того же ротора.
Нам нужен, допустим, какой-нибудь такой цвет. Нет, фронт волны белый, яркий. Потом она затухает зеленым. Угу. Что-то вроде того. Так, здесь сделаем, конечно, чуть другую интерполяцию. И вот у нас такой фоловчик. Здесь можно добавить еще один цвет, допустим, синий. Видно плохо. Сделаем еще, чтобы эмиссия была стеклянной. Тидиш. Ничего не изменилось. Жаль. А, наматывается. Возможно, сама эмиссия не должна быть такая термоядерная. Ну, допустим, пока так. Это все докрутить надо будет. Tiles Emission Glass. И глаз тоже нам нужен, чтобы после того, как волна проходит, материал меняется на третий. И этот третий материал — это стекло. Разницы не видно. А, потому что у нас материал не стекло, он просто называется стекло. Transmission. Вот он, теперь стеклянный. Я думаю, не стоит делать его матовым. Хочется сделать глянцевым. Итак, о, красота какая. Что еще? Теперь нужно сделать трейлы. Гео. Трейлс. Выключим рендер, создадим грид, он будет у нас XY, тонкий, высотой как тоннель, на полу, и мы будем сгибать, сделаем бенд. Поднажимаем на B. А, сначала зададим 90 градусов, поднажимаем на B. И да, нам нужен минус 90. Посмотрим. Примерно оно. И подвинем плоскость чуть левее. Мы это будем использовать как source, наш pop source. Делаем pop network. Заходим внутрь. Смотрим, что создается 5000 патиклов в секунду. Это примерно в 5000 раз больше, чем нам нужно. 15 патиклов, хорошо. И нужно их выстреливать. А нам лениво задавать атрибуты снаружи, поэтому мы будем это делать внутри. Поставим initial velocity, скажем, 3. Летят во все стороны. И нам нужно убрать variance. Variance нам не нужен. Оставим variance только на Z. Теперь они летят, как мы хотим. Удаляем лишний мусор из поп-нетворка. Все удаляем, кроме age, life, ID. И все.
Age Life нам, кстати, нужно задать, потому что по дефолту он 100, и это очень много для трейлов. Они будут слишком длинные. А нам нужны хвосты. 7 и Life Variance 2. Теперь делаем новый трейл. Trail length какой-нибудь безумный поставим. 20. Time shift я бы еще поставил. По дефолту он выглядит вот так. И я бы просто поставил плюс 500. И тогда у нас Pop Network улетит в будущее. Итак, у нас есть куча патиклов. Посмотрим. Окей. Подвинем Source немножко вглубь. Минус 5, допустим. Да, вот они летят. Пока что они даже без полигонов. Добавим полигоны через ID-шник. By group, by attribute, ID. Превратили точки в линии. Потрясающе. Теперь нужно задать цвет и альфа-канал, чтобы они были похожи на разноцветные линии с хвостами. В одном ранге это сделаем. Ramp, Polar, Random от ID. ID-шки наследовались, поэтому у каждого примитива один тот же ID, тот, который был у патикла. И у альфы, зададим альфу аналогично, ramp, альфа, через длину curview, которой у нас еще нет, потому что я забыл ее добавить. Так, вот наши переменные, а curview мы создадим через resample. Resample не будет ничего на самом деле ресэмплить, он будет только создавать curview. И теперь патиклы летят острием туда. Нам нужно развернуть альфу. Сделать какой-нибудь поинтереснее вид. Плюс-минус. И color у нас почему-то флоутовый. Надо его поменять на color. Итого, color у нас будет зеленый, синий и немножко красного. А здесь немножко рыжего. Эти цвета будут константы. Этот нет. Ощущение, что их мало очень. Посмотрим через камеру. Мало. Мало. 25. Что изменилось? Стало ли их больше? Вроде стало. Хочется еще немножко разнести. По скорости. Как будто бы они какие-то народные. Больно. Наверное, этого не будет видно. Out. Trails. Назначаем материал. Trails. Назначаем, что это strands. Цилиндр. Tessellation нам не нужен. Они прямые, как палка. Их не надо сглаживать.
И не забыть добавить сами линии сюда. Сами трейлы. Из source node. Tiles, trails. Итого, наши трейлы выглядят пока никак, но мы сделаем целый здесь материал, и будет хорошо. Атрибут, color, альфа. Соответственно, альфа в альфу, color в color. Intensity 2 хотя бы. Потом посмотрим. Сохранимся, посмотрим, как это выглядит. О, ужас какой. Выглядит интересно. О! Тоже что-то. Так, поставим шорткат, скажем, 3. Ctrl 3. А здесь Ctrl 2. И поставим, что у нас strands поменьше, потоньше. А первый шорткат у нас Ctrl 1 это здесь, в ропе. В целом приятно выглядит. По крайней мере, то, что я хотел. Вот. Такая вот штуковина. Фатиклы летят. Трансформация происходит. Все довольны. Как-то так.